Хай, Мега, с вами я, Наемник Дуб. Сегодня мы будем играть в Пиксель Ган новогоднюю серию. Да, я сейчас осталась одна година, сейчас 11 часов. И мне тут пишут комментарии целая куча. Ну ладно, не так, 22:54. Можно считать, что сейчас будет Новый год. Итак, начнем. Сегодня мы сейчас будем быстренько поиграем в этот и закончим серию новогоднюю. Я прокачал миротворца до 2 уровня. Я вам рассказывал уже на какой-то там серии, я не помню какой. И мы сегодня же будем играть в пати в бассейне. Бегом, пока 2017 не настал. Сегодня я целую кучу видео выложил в YouTube. Я думаю, что после того, как я играл Тимоном ТВ, вы поставите лайк, пожалуйста, и подпишитесь на мой канал. Я буду очень счастлив, это будет наибольший мой подарок у Свити. Будь ласка, можете подписаться на мой канал. Я буду не только об играх выложить, а и об полезных штучек-дрючках. Ладно, и мы сейчас будем играть бегом. Да, на 77 монеток и 22 алмаза. И мы сейчас будем играть. Не понял. Вот это вот, видите эту снайпу? Я ее хочу. Вот это вот, видите, заряженная винтовка. Я ее хочу купить. Она очень крутая. Вот говорю вам, 100%. Блин, снова он со своими прототипами тут всякое такое. Так, давайте-ка сейчас поможем им тут разбомбить тут все к чертам. Бля. Итак, сейчас давайте-ка еще раз кого-то завалим тут. Так, ага. Ну, тут, как я вижу, жару много, и нам надо чуть это. Сейчас нам надо чуть поджарить кого-то. Давайте-ка мы пока выиграем. Ёлы-палы. Тут такая жарень. Кого валит, не могу понять. Тут не дышать в комментариях. Наконец-то того я, блин, убил. Я не могу понять, кого надо валить, что, как, блин, как. Пацан, полегче. Во, почти попал. Так, я вот сейчас хочу взять и тупо открывать сундуки, пока не найду себе нормальную пушечку. Блин, капец. Все такие жесткие, прям не знаю. Во, поосторожнее, полегче. Во-во-во-во-во, тут эти, вот эту вот пушечку я, вот это она слишком жесткая, это что-то типа прототипа. Если она на максимум нагреется, знаете, какой будет урон? Мы пока выиграем. Давайте-ка валить пока. Победа! Мы затащили. Нам плюс 4 кубка. У нас первая алмазная лига. Давайте-ка быстрее. Опа. А кто отключил свет? Так, ага. Нельзя.
Опа, завалил я первый. Воу-воу-воу! Пацан, 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 полегче. Воу, 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 воу. Эй, я включил камень демона. За что такое наказание, а? Опа. А, оно не притягивает. Значит, это... Йо! Эта штучка вот жесткая, говорю. Бах, 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 бах. Тащи, 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 тащи. Воу, 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 воу. Да прям это все тащит. Жик, 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 бах. Что он со своей снайперкой? Так, давайте-ка его сейчас угомоним. Так, завалили. Ёва-ёва-ёва-ёва-ёва-ёва. Опа. Завалили. Ёва-ёва-ёва-ёва. Ай! Много энергии набрала. Так, подожди-ка. Ага, тут всё окей. Воп-воп-воп. Ай-ай-ай. Да больно. Больно, блин. Не успеваю прям убивать всех. Воу-воу-воу-воу-воу. Блин. Сыграем мы всего лишь две игры, потому что сейчас Новый год же. Воп, стоять. Куда попёр? Попёр. Опа. Опа. Опа-опа, демон. Капец, как лагает, ёлы-палы. Ну что, братуха? Ой-ой-ой, беги! Блин, это... Нам конец всем. У него фонарь, это капец, помню. Говорю вам, у него фонарь, это капец, я говорю вам. Слышь ты. Бах. Да снова со своим призрачным фонарем. Знаешь, что это надоело? Со своими этими штучками, дрючками. Опа, еще один убивало пришел. Я тебе покажу, что такое. Воу, воу, ничего себе. На-на-на-на. Нет, только вот это, знаете, что это фонарь выпускает? Каких-то гастов летающих с Майнкрафта. И, короче, они всех пожирают. Вот видите, видели гаса? Иди сюда, ты, блин, где я не успеваю вас всех угомонить. Ёлы-палы. Сколько вас тут? Воу-воу-воу, не-не-не, только не он. Вали-в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 али. Блин. Ну, пацаны, мы должны протриматься, нет? Победа! Да, мы победили! Круто! Прям под конец Нового года. Да, мы пока тащим. Классно. Я пока буду серии короткие снимать. Как вы видите, у меня 2%, тем более. Я еще хочу снять, еще одно новогоднее видео. Да. Я вот пиксельгану поставил бы 3, потому что, во-первых, дают очень мало монеток. По одной, по две, по три. Это вообще нереально почти купить. Ну, закупиться. Это очень тяжело. Надо покупать за настоящие деньги. Или фармить, или не знаю. Куча времени тратить, чтобы это получить. Так что, 3 звезды, потому что очень долго собирать монетки. А из... А 5-я звезда из-за того, что раньше была броня и шлем. А его убрали. Зачем? Зачем? Только одна осталась броня.
Ну ладно, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. С вами был я, Надюмник Дуб. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всем удачи и всем пока. Пока.